Кто первый-то? Уважаемые коллеги, мы начинаем второй день нашей конференции «Секционные доклады». И первый выступающий Чумак Ангелина Константиновна с докладом «Лингводидактический потенциал мультипликационного сериала при обучении французскому языку как второму иностранному». Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада представить сегодня доклад на тему лингводидактический потенциал мультипликационного сериала «Анжела Кистрюм» при обучении французскому языку как второму иностранному языку. Я хотела бы начать с того, что, как уже было сказано сегодня неоднократно, современное общество ориентировано на аудиовизуальное восприятие информации, технологический прогресс, доступность правых медиа позволяет людям получать информацию через различные аудиовизуальные форматы, видео, телевизионные программы, онлайн-платформы, фильмы и материалы. Все они выполняют не только информационную и развлекательную функцию, но также и обучающую. Мы решили рассмотреть последнюю функцию мультфильмов, поскольку они обладают рядом особенностей, которые делают их эффективным средством обучения и развития коммуникативных навыков. Мультфильмы также обладают особым свойством, описанным Юрием Михайловичем Лотманом. То, что проплывает перед зрителями на экране, представляет собой изображение изображения. Этот аспект мультипликационных фильмов усиливает их эмоциональное воздействие на зрителя, зачастую вызывая положительные эмоции, что в свою очередь довольно важно при освоении иностранного языка. Сейчас многие современные исследователи, такие как Алексей Сергеевич Ловский, Ольга Васильевна Жгутко и Юлия Александровна Мельник признают, что мультипликационные фильмы обладают довольно существенным лингводидактическим потенциалом, однако потенциал материала «Анжела Кистрюм» не был раскрыт ранее ни в отечественных исследованиях, ни за рубежом. «Анжела Кистрюм» — это мультипликационный сериал, который отвечает на вопросы детей по различным темам. Сформулированный ответ реализуется в одном из эпизодов, который транслирует на общественном развлекательном национальном телеканале «France Info». Производству роликов также содействует телекомпания «France Télévision», осуществляющая телевещание во Франции с 2010 года, и издательство «Milan Press», которым руководит Édition Milan, специализирующийся на детской литературе. «Анжела Кистрюм» выходит на телеэкраны с 2013 года, и на протяжении 10 лет его концепция остается неизменной. Узнаваемость и рисовки осуществляется художником Жаком Азамом, музыкальное сопровождение Бергером Пелегрином и профессиональная озвучка Франком ППС. Реализация мультипликационного сериала является результатом сотрудничества многих специалистов, что свидетельствует о высоком профессиональном качестве видеороликов. И сейчас мы продемонстрируем эпизод, посвященный созданию самого мультсериала. Я не знаю, как сделать твой экран. Где еще кто-нибудь? Да, но оно пойдет вот только здесь. Нет, потом оно здесь. Ну, пусть так, тогда. Нет, вот здесь вот. Должно быть. Здесь, да. Вот чёрт. Сори. Вот я уже пробовал. Ещё тогда. Хорошо. Мы можем послушать. Давайте хоть послушаем. Давайте послушаем.
Шесть сезонов мультсериала, что составляет более 1000 эпизодов, на данный момент завершены, и сейчас реализуется 7-й сезон. А каждый сезон насчитывает около 150 эпизодов, и, как вы могли заметить, длительность видеороликов в среднем составляет 1 минуту и 30 секунд, они довольно небольшие. А в чем их преимущество? В том, что можно показать эпизод, целиком, ну, один эпизод или несколько эпизодов полностью на занятии, и таким образом не нарушается целостность тематической серии. Следует отметить также, что при изменительном комментарии видеоролика часто можно встретить юмор. Например, в эпизоде под названием «Сатьян и Кятха» приводится следующая шутка. «Сатьян и Кятха» — кто такой Генрих IV? Quel est la couleur du cheval blanc dans le théâtre? Un blanc, un fait, il était gris. Какого цвета была лошадь Генриха? Какого цвета была белая лошадь Генриха IV? На самом деле она была серой. Суть шутки состоит в том, что не существует в природе белых лошадей, а существуют только серые. И часто Генриха IV на картинах изображали сидящим именно на белом коне. Известно, что используемый в мере гумор обучающему материалу помогает лучше запомнить информацию, снижает напряжение и страх перед ошибками, а также усиливает мотивацию и интерес к процессу обучения любого языка. Согласно политике редакции, основная цель обучающих видеороликов «Анжума Кистюн» состоит в том, чтобы помочь адресату развить критическое мышление, аналитические навыки и умение формулировать свои суждения. Через представление различных аргументов, фактов и идей в видеоформате детям предоставляется возможность получить основу, которая позволит им сформировать собственное мнение. Следовательно, можно говорить о воспитательно-просветительских задачах эпизодов сериала «Анжела и Пистен», поскольку в них раскрываются различные темы, которые вы можете видеть на слайде. Это культура, Франция, мир, здоровье, а также спорт, наука и окружающая среда, и техника. Таким образом, будучи телепередачей, предназначенной для детской аудитории, «Анжела и Пистен» представляет сложные актуальные вопросы, стоящие перед обществом, затрагивая социальные, культурные, политические и экономические аспекты. По словам Юрия Михайловича Лотмана, представление о том, что мультипликационное кино жанрово закреплено за зрителем детского возраста, ошибочно в такой же мере, в какой то, что сказки Андерсона считаются детскими фильмами, а театр Шварца — детским театром. Поэтому детский мультсериал «Анжела и Пистен» подходит для работы со взрослой аудиторией, поскольку многогранный характер мультипликационного сериала подтверждает его применимость в учебных ситуациях. Мы обратились к программе нашего университета, практический курс второго иностранного языка для французского языка, составленного в соответствии с коммуникативным методом, использующимся сегодня практически во всех странах мира. Мы подобрали каждому разделу по 2-3 примера видеороликов, которые могут быть продемонстрированы, например, по теме Франция, Париж, Пухуа, Бавилия, Капиталь, Ля, Франц, Сихуа, Нотр-Дам, Бавилия, Камон, Эш, Вазира, Президент, Бавилия, Республика, Франц. Примеры видеороликов по основным разделам вы также можете видеть на слайде. Согласно представленной программе обучения, мы рекомендуем использовать занятия «Анжела и Пистен», начиная с 3-го семестра, после преодоления уровня А1, подчеркнем также, что ролики имеют обычный разговорный темплейт, что делает их доступными для понимания студентов, начиная с уровня А2. Более того, материал «Анжела и Пистен» предоставляет отличную возможность улучшить навыки распознавания слов в потоке речи. Успешность коммуникации во многом зависит от навыков как раз-таки аудирования, которые составляют около 80-90% коммуникативной компетенции. Поэтому использование данных видеороликов позволяет развивать и совершенствовать эти важные языковые навыки у студентов.
Каким образом можно сделать вывод о том, что мультипликационный сериал «Живой кистен» обладает существенным лингводидактическим потенциалом благодаря следующим своим особенностям? Высокое профессиональное качество эпизодов, огромное количество и разнообразие эпизодов, подходящих для использования, для изучения на различных уровнях, начиная с А2 и заканчивая Б2, небольшая длительность эпизодов, подходящих для использования на занятиях, использование юмора, мотивирующего к изучению языка и культуры Франции, а также значительный воспитательно-просветительский элемент. Таким образом, благодаря своей универсальности, мультипликационный сериал «Живой кистен» может служить как вспомогательным, так и основным материалом на занятиях по французскому языку, по разделам грамматики, фонетики, разговорной практики, а также лингвокультурологии и лингвостроведения. На этом у меня все. Я благодарю вас за внимание. Мы благодарим вас за столь содержательный доклад. Есть ли у нас вопросы поступающим? Афина, спасибо большое за доклад. У меня вопрос следующего характера. Вы собираетесь в дальнейшем, я не знаю, сравнивать, допустим, как использование данного мультипликационного сериала будет влиять на успеваемость студентов, на то, как они освоили, скажем так, язык к определенному уровню, в сравнении с теми людьми, которые этот сериал не смотрели. То есть, мне кажется, логичнее было бы даже на примере наших студентов, я не знаю, в рамках одного семестра, попытаться выбрать одну группу, которая этот сериал будет смотреть, и, соответственно, будет идти по одному плану. И вторую группу, которая будет идти по этому же плану, но не будет смотреть этот сериал. То есть, я так понимаю, сейчас больше касаемо как обзора, а какие у вас практические перспективы? В ближайшее время мы будем рассматривать данный материал с лингвистической точки зрения, мы будем рассматривать лексико-семантическое поле Франции как раз таки на материале данного материала и будем сравнивать его на протяжении 6 сезонов. Ну, у меня есть дирексемы, которые желательно бы студентам, скажем так, как бы взять этот переход, поскольку раз мы его пришли в учебный план, то, соответственно, эти дирексемы должны составлять как бы, ту компетенцию, которую мы можем обладать. Да. Вот. У меня есть вопрос. Не ошиблась ли я, услышав воспитательную функцию детей? И третий семестр университета. Соотнесите, пожалуйста, результаты обучения при помощи видеоматериала, о котором вы говорите, и обучение взрослых людей. Все-таки третий семестр – это взрослые люди. Какие функции будет выполнять видеоролик в случае, если мы работаем со взрослыми людьми? Как вы думаете? Как я уже упоминала ранее, данные видеоролики, да, начиная с третьего семестра, в первую очередь несут обучающую функцию. Студенты будут сразу развивать все навыки понимания верной речи, французского языка на слух. Плюс ко всему это использование. Видеоролики содержат огромное количество лексики, которая да, может относиться к разделам, которые предусматривают образовательную программу. Поэтому, более того, можно применить еще грамматику. Там довольно разнообразные. Разнообразные темы по грамматике французского языка, и опять же, данные видеоролики могут использоваться по данным темам, по русскому практике, по грамматике. Амелина, вы рассматриваете расширение текстов, да, материала с целью адаптации их к взрослому? Студентам третий семестр, это вспомним, сколько лет?
Можем ли мы адаптировать тексты? Рассматриваете ли вы такую возможность? Поскольку мы рассматриваем французский язык как второй иностранный вузы и затрагиваем уровни, начиная с А1 до В1, то я думаю, можно ориентироваться на сначала проводить такие, наверное, экспериментальные, да, занятия и уже оценить знания студентов, насколько они хорошо работают с уже готовым материалом или у них возникают какие-то трудности. Если возникают какие-то трудности, то я думаю, что не стоит адаптировать тексты. Предоставлять их такими, какими они сделаны изначально. Если видим, что студенты это перевод при просмотре видеороликов не дается довольно легко, то, думаю, можно их дополнить или усложнить определенные термины. Есть там наши вопросы? Может быть, можно будет просто принять какие-то задания, задания, обсуждения, задания темы, дискуссии. Есть опасения, что вы столкнетесь не столько с простотой задания, сколько с незаинтересованностью студентов из-за того, что возрастная категория не совпадает. Так, ну давайте мы комментарии после секционного заседания. Рома Тарсиас будет. Мы приглашаем докладчика. Добрый день, уважаемые коллеги. И сегодня я вам расскажу про искусственный интеллект, да, область распознавания эмоций в переводе. Все мы знаем, что искусственный интеллект сейчас активно внедряется вообще во все сферы нашей жизни. Переводческая сфера — это не исключение. Но как такового human-computer interaction, взаимодействия человека и компьютера, мы не достигли до конца. Хотя, как даже сказал Андрей Валентинович, да, мы близимся уже к сильному искусственному интеллекту, уже есть с ним работа. Вообще, эмоциональные вычисления в русском языке, как мы переводим effective computing, из-за того, что очень много различной литературы появляется на Западе, мы не успеваем это переводить, и статья, которая была написана полгода назад, уже сейчас не имеет какой-то научной новизны. Но у нас переводится в России либо эмоциональные вычисления, либо эмоциональное программирование. Так вот, впервые эта тема появилась в работе Розенбергард, эффектив компьютер, в 1995 году, и с того времени он постепенно развивается. Распознавание эмоций в речи – вот что нас интересует. Да, мы знаем, как распознают эмоции, например, на картинках, когда человек улыбается, уже есть такие программы, мы можем определить его эмоцию. Но в речи это все гораздо сложнее, здесь уже мы используем обработку естественного языка. Так как мы знаем, что эмоции могут проявляться на двух семиотических системах, это вербальный язык, то есть лингвистический, и также есть экстралингвистические параметры, то есть это тембр, либо интонация, ну, то есть мы можем сказать, это просодические характеристики. Что касается создания корпуса устной речи, на которой мы могли бы работать и в дальнейшем распознавать эмоции, то это очень трудоемкий процесс, потому что мы должны учитывать всю возрастную группу, пол мы должны учитывать участников, также транскрибирование, маркирование параметрических характеристик — это трудоемкий и долгий процесс. Хотя создаются такие базы, конечно же, больше на Западе, хотя Россия тоже не отстает. И я вам представила здесь две
разработки. Одна разработка вышла в сентябре 2023 года, касается она нас с вами, русского языка. Компания, точнее проект Animore, они внедрили нейросети, обучили на 200 участников актеров корпусы, которыми мы с вами можем использовать, например, на Python и распознавать эмоции в речи. В английском языке классический пример — это Sway Audio Visual Express Emotion. Это тоже база данных, которая состоит из 480 высказываний, 4 участников, но, однако, эта база достаточно мала по своему объему, потому что в нем принимали участие всего лишь 4 человека, и они были только мужчины, и мы не можем оценивать только по этим характеристикам корпус, потому что нам нужен и другой пол, такие как женщины и дети. Сейчас мы с вами разберем, что такое эмоциональность и экспрессивность. Эмоциональность — это способность человека вообще проявлять какие-то позитивные или негативные эмоции. А экспрессивность, даже в своем ходили на градус, затрагивала эту тему, экспрессивность — достаточно сложный термин, потому что как мы можем определить эмоции, различать ли они в разных языках, потому что, как мы понимаем, что эмоции каждый люди могут выражать по-разному, сюда же подкрепляются вербальные и невербальные характеристики. Можем ли мы судить, какой язык определяется как более экспрессивный или менее экспрессивный? Это задача сложная. И в нашем исследовании мы провели сравнительный анализ эмоциональной составляющей на отрывке фильма «Run, Forest, Run», используя вот эти две базы для русского языка и для английского языка. То есть мы взяли два отрывка. Один отрывок — оригинал на английском языке, второй отрывок — перевод на русский язык. Мы оценили 7 базовых эмоций. Для русского языка мы определили, что преобладающий фон был нейтральный. А для английского языка мы получили достаточно нелогичные данные, да, если в русском языке фон нейтральный, то, наверное, мы можем предполагать, что в английском он тоже должен быть нейтральный, но оказывается, что, как вы видите, преобладающий был happiness and surprise, то есть какие-то позитивные эмоции. Мы не можем утверждать, что наше исследование 100% показывает истинные результаты, потому что мы должны учитывать, что объем маленький, мы взяли маленькую базу данных. Как мы можем оценивать два различных языка, да, когда нам надо еще мультимодальное какое-то подкрепление, то есть мы не видим невербалику, которая показывает наши эмоции. Но мы планируем и далее продолжать наши исследования, возможно, какие-то подключаются другие методы для определения эмоций. Все, спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, я готова на них ответить. Настя, у меня есть вопрос. А чем тогда отличается вот это эмоциональное впечатление, о котором вы говорили, эмоциональный анализ? Вот, забыла упомянуть. Effective computing, он в себя включает также и тональность текста. То есть сентимент анализ, да, про который вам не пришли в виду, он как бы является одним из видов эмоциональных вычислений. И по сути, в принципе, ничем не отличается. Но в сентимент анализе, во-первых, всего лишь 3 составляющих мы можем оценивать. Это... Но не всегда нейтральность. Там... Ну, есть, да, триада. Да. Плюс-минус там нейтральность. Да. Вот. Но смотрите, по сути, тональный анализ — это всегда все-таки некоторое субъективное мнение. Вот. Поэтому у меня такой вопрос. Вот, как бы я тоже не совсем понял из вашего доклада, то есть это эмоциональное мышление, оно тоже субъективное. Вот, то есть там те базы, которые вы представляли, они собраны на основании 200 там, соответственно, артистов. И, соответственно, как это все происходило? Вопрос. То есть какие параметры учитывались? Соответственно, каким критерием оценивались, что, допустим, тот текст является отрицательным, положительным или нейтральным?
То есть вот у меня как-то не было мостика перехода от того, либо за разрядию, к результату. Можете это немного прокомментировать? Ну, то есть вы имеете в виду, что... Ну, вот смотрите, как вы применяли вот эту базу данных к скоростным данным. А как вы это применяли? В Google Collaboratory, забыла упомянуть, мы писали код и использовали вот эти две базы данных. То есть мы добавляли туда аудиодорожку из фильма, то есть мы не учитывали, не добавили, только аудиозапись была. И на основе этой аудиозаписи мы прогоняли ее через Python, через специальный код, и мы получали вот такие результаты, которые мы видим. Окей, ну это вот как раз про то, о чем сегодня Наталья Александровна с Таней Михайловной рассказывали по поводу мифимоанализа. Но все равно это нужно будет как бы корректировать после того, кто занимается. А проводили ручной анализ, допустим, каких-то, то есть, допустим, вот вы считаете, что это негативно, а система считает, что это позитивно, что вот сравнительно какого. Нет, к сожалению, мы это в будущем будем делать. То есть хотелось бы, например, взять выборку каких-нибудь студентов, предположим, да, показать им видеоотрывок, и они бы оценили этот видеоотрывок по их собственному мнению, он считается позитивным или негативным. Но опять же, мы будем оценивать только носители русского языка, то есть как они это видят. Ну, да. Нет, у нас ничего замечательного, как бы мы просто больше не Вопросы больше? Приглашается Васильева Елена Артемовна. С докладом в стиле цитирования как элемент унификации англоязычной науки. Всем добрый день, меня зовут Васильева Елена, и сегодня я хочу представить вам свой доклад на тему цитирования как элемент унификации англоязычной научной статьи. И прежде чем говорить о стиле цитирования, хотелось бы рассказать о интертекстуальности и унификации структуры научной статьи. Интертекстуальность — это явление, открытое Михаилом Бахтиным, а также вследствие получившее дальнейшее развитие работы Хьюри Кристовой и Ролана Барта, помогло увидеть семантические связи между произведениями разных эпох и разных авторов. И вследствие выяснилось, что более очевидную роль интертекстуальность играет в научном дискурсе и обеспечивает его формальную и семантическую связность. Каждое научное произведение, будь то монография, отчет или статья по терминологии Бахтина, является текстом в тексте, поскольку благодаря интертекстуальным связям он является частью глобального научного дискурса. И все это многообразие содержательных связей, которые расширяют семантическое пространство, осуществляется благодаря формальной связности, которая тем временем осуществляется благодаря двум важным элементам – это ссылки и цитаты. Наличие прямых и непрямых цитат является обязательным элементом каждой научной статьи и, в принципе, практически каждой научной работы, потому что они выполняют ряд важнейших функций. И Кумар в своей работе приводит эти функции. Первое – это показатель осведомленности автора в области своего исследования. Второе – продемонстрировать глубину начитанности автора. Третье – показать, что автор или авторы дают должное авторам тем идеям, которые они заимствовали в своей работе. Четвертое – помочь читателю понять содержание статьи. Пятое – это помочь автору продемонстрировать свои навыки в поиске релевантности для его исследования информации, необходимой для проведения научного спора. Шестое – это дать читателю представление о том, насколько аргументация автора соответствует умению аналогичных исследований, уровню аналогичных исследований. Седьмое – позволить читателю самому обратиться к первоисточнику. Восьмое – помочь читателю самому оценить качество и авторитетность материала. Девятое – помочь автору показать читателю, какие цитируемые работы являются первоисточниками, а какие нет, по типу оформления ссылки цитаты. И, наконец, последнее и самое главное – это помочь автору избежать обвинений в плагиате и также показать свою научную состоятельность. Ссылки, в свою очередь, делятся на два типа. Первый тип – это те, которые мы можем называть фондами, те, которые маркируют цитату и дают нам какие-то неполную информацию о источнике. И, естественно, вторые – те, которые полностью
показывать нам все элементы источника, всю информацию о нем. Оба вида ссылок выполняют важную роль в композиционном мышлении и произведении, и оба являются обязательными компонентами оформления научного текста, особенно при подготовке к публикации, что мы можем заметить на таком жанре, как научная статья. В современных условиях научный дискурс носит глобальный характер, и сегодня мы можем заметить, что существует множество издательских платформ, таких как Nature Group, Springer, Routledge, Taylor & Francis и так далее. И количество публикаций возрастает по экспоненте во всех предметных областях, что не может вызвать трудности в первую очередь у адресатов этих публикаций, потому что ориентироваться даже в одной предметной области дело достаточно непростое. И сегодня мы наблюдаем тенденцию унификации как авторского, так и издательского процесса создания статей, что в конечном итоге облегчает процесс поиска и изучения информации читателям. Конечно же, речь идет о формате MRAD. Это такой формат композиционного построения научной статьи, который унифицирует логику изложения материала при описании, проектировании, проведении и обсуждении результатов научного эксперимента. Помимо самой структуры, в этот формат входят также такие обязательные элементы, как аффилиация, аннотация, список ключевых слов и, конечно же, стиль оформления слов. Несмотря на то, что происходит общая тенденция к унификации при подготовке научных статей, следует отметить, что стилей оформления ссылок сейчас существует достаточно много. Например, Чикаго, Ванкувер, Гарвард, APA, MBA и еще достаточно много стилей. Однако по изученным требованиям к стилю цитирования в журналах крупных издательств были выделены два стиля, наиболее распространенные. Это APA в гуманитарных журналах и Ванкувер из патриотических. Расскажу вам кратко о двух этих стилях APA. Стиль цитирования, который был разработан Американской ассоциацией психологов в 1929 году. Первоначально он использовался только для работ в области психологии, но на сегодняшний день мы можем заметить, что он достаточно сильно расширил область своего применения, используется в социальных, гуманитарных науках, естественных, психологических и даже в области здравоохранения. Стиль цитирования APA предполагает использование внутритекстовых ссылок в формате автордата и также список литературы. Внутритекстовые ссылки должны содержать такую информацию, как фамилия автора и год публикации материала. Что касается прямых цитат, то они подразделяются на две категории. Это короткие и длинные. Короткие – это цитаты, которые содержат менее 40 слов, и длинные, которые содержат более 40 слов. Короткие цитаты просто заключаются в кавычки, а после нее идет такая информация, как фамилия, инициалы автора, год публикации и страница, с которой, естественно, будет взят материал. Что касается глубоких цитат, это вот длинные, они располагаются в отдельном блоке, разделяются абзацами от основного текста, но они заключаются в кавычки. И после этой цитаты идет такая же информация, как была использована короткая цитата. Что касается стилизированного Ванкувер, то он был разработан в 1970-х годах, также его называют цифровой, и данный стиль используется в медицинских науках, в физике и в ряде других точных наук. Ванкуверский стиль предполагает использование также внутритекстовых ссылок в виде последовательной нумерации текста и, естественно, список литературы. Каждая цифра во внутритекстовой ссылке соответствует цифре в списке литературы, то есть сразу нас отсылает к этому списку. Можно заметить, что данные стили достаточно сильно различаются по внутритекстовым ссылкам, по расположению списка, элементов списка источники. И что касается оформления отдельных элементов, например, книги, статьи или электронные ресурсы, то там различия, конечно, есть, но в основном это разное положение элементов. Что касается материала и анализа, то для нашего исследования были выбраны два издательства, Routledge и Springer.
И в качестве материала было решено остановиться на нескольких журналов, этих издательств, гуманитарных и физико-технических. Журналы вы можете увидеть на слайде. И предварительно были изучены редакционные требования журналов к использованию определенного стиля цитирования. Далее была проведена выборочная проверка отдельных статей с определением требований. Всего было просмотрено 60 статей по 10 статей в каждом журнале. После просмотра каждой статьи бегового анализа списка литературы, а также внутритекстовых ссылок, был проведен подсчет подобным статьям. Результаты показали, что 50% статей имеют частичное несоблюдение стиля цитирования, которых были прописаны в рекомендациях. Из этих 50% 32% приходится на статьи из физико-технических журналов и 18% на статьи в гуманитарных журналах. Самые распространенные ошибки – это ошибки в управлении электронных ресурсов, например, отсутствие наименования сайта, отсутствие даты публикации электронного ресурса. Также были замечены ошибки в оформлении статей журнала, например, отсутствие наименования журнала. Что касается физико-технических журналов, то здесь ошибок было гораздо больше. На слайде выделила самый распространенный. Это оформление статей и журналов как элемента списка источников. Например, такая ошибка, как присутствие дополнительной информации, когда указывается идентификатор статьи, то номер журнала и страничный журнал указывают им. Это все прописано, но, к сожалению, почему-то это не соблюдается. И также были ошибки в оформлении электронных ресурсов, это отсутствие даты обращения. Таким образом, несмотря на то, что в редакционных требованиях достаточно подробно описаны все правила оформления, ссылок, списка литературы, тем не менее, как показало наше исследование, ошибки встречаются достаточно часто. Причиной этому могут быть, во-первых, недостаточная осведомленность автора об актуальных требованиях, так как стандарты сейчас меняются, например, у руководства EBA есть несколько изданий, сейчас самое последнее, 7-е, но авторы некоторых журналов до сих пор предпочитают использовать 6-е. И к тому же у большинства крупных издательств есть свои стили, которые либо полностью опираются на существующий стиль, либо лишь берут какие-то оттуда элементы. Стиль такие, как выяснилось в нашей сети, является самым распространенным в гуманитарных журналах, как физико-технических, является сигнатурой. Его популярность обусловлена его емкостью и точностью, так как в тексте нет нагромождения какой-то личной информации, а лишь цифра, которая сразу ссылается с списком литературы. И последнее, о чем мы хотели сказать, это то, что стили цитирования являются важным элементом публикации англоязычной статьи, поскольку они помогают стандартизировать способ представления информации в тексте, а также источников. И, конечно же, облегчают процесс чтения и понимания текста. На этом у меня все. Спасибо. Если есть вопросы, то мы дали вам этот содержательный доклад. Если у нас вопросы, то спрашиваю. Можно задать вопрос? У меня два таких небольших вопроса. А можно, пожалуйста, выложить эту презентацию? У меня вопрос, который касается, скажем так, дат выпуска самих журналов. Можете, пожалуйста, уточнить, какие промежутки времени выходили эти журналы и, ну, если помните. И второй вопрос связан с тем, это, наверное, уже какой-то презентация, у нас надо знать, что у вас уже сами результаты, процент ошибок указан. Нет, чуть-чуть подальше. Да. Правильно ли я понимаю, что 30% означает, что это 3 журнала... Нет, что это 3 статьи. А, статьи и журналы. Все. Вот, лучше бы только уточнить, сколько, допустим, в каждом из этих журналов у вас было статьи. Я это говорила, что всего... 10 статей. Да, 10 статей и 8 статей. Ну так получается, что 30%...
И статьи ошибочные. Три статьи. Окей, все, тогда вопросов нет. И по поводу тогда времени. А, по поводу того... За какой промежуток времени вы брали какую-то журналу? А, за 2023-2023. Ну, в смысле, статьи журнала. Угу. То есть, соответственно, они у вас по году, как бы, являются на одном. Все, но по сути. Олега, у меня есть вопрос. Вы сказали, что APA и Vancouver – это самые частотные, один в гуманитарной сфере, второй в технической. А какие еще попадались? Попадались еще такие стили, как Чикаго, тоже достаточно является распространенным. В также технических попадался такой стиль, как APC, который является тоже достаточно распространенным в технических журналах. И попадался также Гарвард. Ну, это те самые. Вопросы тоже? Есть еще. Скажите, пожалуйста, а вам удалось сохранить научную беспристрастность? Или у вас какие-то личные привязанности к одному заметку появились? Какой вам стиль нравится больше, личный? Почему? Если честно, то не могу ответить точно на этот вопрос. APA все-таки характерен для гуманитарных, потому что в гуманитарных исследований, ну, в большинстве нету каких-то крупных формул, расчетов и так далее. Конечно, могут быть, но в большинстве случаев нет. А именно в физико-технических там есть нагромождение формул и так далее, и вот лишний текст какой-то, ну, будет, наверное, мешать, поэтому используются цифры именно в физико-технических журналах. Ну, наверное, я не могу сказать точно, какой мне нравится больше, потому что один используется в одной сфере, а другой в другой. Спасибо. Спасибо. Мы приглашаем следующего докладчика. Анастасия Михайловна, прошу. Доклад о применении распознавания речи в переводческой сфере, создание системы, чат-бота, оценка качества услуг. Меня очень заинтересовала сфера автоматического распознавания речи, поэтому сегодня два доклада, которые я представлю, они все связаны с речью. В первом докладе эмоции, а в этом мы с вами рассмотрим, как автоматическое распознавание речи мы можем применить именно в переводе. Как мы все знаем, наша база переводчиков, с которой мы работаем, это онлайн-переводчики, которые мы с вами используем, это Яндекс.Переводчик, Google-переводчик, Мультитран. Также различные CAD-программы, например, SmartCAD или MateCAD. Также, не сказать, что недавно, просто COVID как бы стал такой отправной точкой, мы начали использовать системы для устного перевода. То есть, ну, например, как Zoom, да, только мы через Zoom можем перевести в какую-то конференцию. И в связи с этим мы можем разделить два канала коммуникации. Вообще, большую часть информации, как мы уже слышали в докладах ранее, мы получаем визуально, до 90%. Но также мы получаем и аудиально. В нашем мозгу совмещаются два канала, и если мы видим человека лучше, то мы и принимаем информацию, воспринимаем информацию тоже лучше. Так вот. Существуют диалоговые системы, одномодальные и мультимодальные. Одномодальные – это когда мы используем лишь один канал коммуникации, например, только речь. Но они работают не очень хорошо, так как автоматическое распознавание речи, оно ограничено, и, конечно же, существуют ошибки. И у нас существуют мультимодальные. Они работают намного лучше, так как мы совмещаем несколько каналов коммуникации, из-за этого информация передается более корректно. Развитие мультимодальных диалоговых систем привело к кроссмодальности. Появляются кроссмодальные приложения. Например, когда мы из текста генерируем изображение. Или наоборот, когда по изображению мы генерируем текст. Распознавание и синтез речи мы тоже можем отнести к кроссмодальным приложениям. Мне кажется, все используют чат-боты, диалоговые системы, чат-GPT, тот же самый, который вошел сейчас в нашу жизнь. Например, когда вам звонит Сбербанк, вы тоже разговариваете с чат-ботом. И это все активно внедряется.
Так вот, какие есть примеры? Конечно же, как бы это уже база такая, то, что мы все знаем, активно Яндекс автоматическое распознавание речи продвигает. И сейчас мы с вами в Ютубе можем спокойно нажать на кнопочку, и нам видео переведется на любой язык, который вы хотите. Ну, это база наша. И недавно Heygen, это нейросеть, которая была разработана OpenAI. Это компания, которая разработала ChatGPT. Они обучили нейросеть, которая теперь может переводить вообще любой отрывок, который вы ему дадите. И он подстраивает даже движение губ под этот отрывок. И это просто, можно сказать, ломает наши головы, потому что до этого у нас такого не было. И теперь зачем же нам дубляж, да? Зачем же... вообще все это, когда мы можем перевести. Роман Анатольевич, мы, наверное, можем нажать, показать, как эта нейросеть перевела на видео. Я попробую, но прошлый ролик вот не пошел. Один мы есть? Сейчас, да, попробуем. А есть еще дополнительные? Сейчас. Вот, это просто удивительно, что он подстроил даже тембр голоса актера и артикуляция. Да, конечно, иногда бывает неестественная артикуляция, и это связано с разными причинами, например, с дефонами, да, которые фонетики. Ну, и также это больше фонетически связано, потому что, ну, как мы понимаем, что, во-первых, это нейросети, он это все генерирует сразу, и, конечно, возникает какие-то проблемы. Можно вернуть эту презентацию? Вот, это один из примеров, как мы можем использовать сейчас автоматическое распознавание речи в переводе. Роман Анатольевич, не переключается? Вот у меня переключается то, что вы нажимаете. Интересно. Ну, может, просто... ну да, давайте я просто продолжу. Следующее, что хотела сказать, это как раз-таки про систему удаленного синхронного перевода. У нас есть также и в России такие платформы разработанные, это еще давно до ковида началось, но вот ковид, как я и сказала, приобрело такую большую популярность. И мы с Иваном Дмитриевичем пришла к нам такая идея, как мы оцениваем вообще перевод. Оценка качества письменного перевода, мы все понимаем, как происходит. А как нам оценить устный перевод? Что мы для этого можем сделать? И мы решили создать чат-бот оценки качества устного перевода. На устном переводе мы все работаем по учебнику Лин Висон, и мы взяли ее как основу для текстов, которые мы будем брать. Участниками стали обучающиеся и преподаватели ВНМЕХа, но их данные мы анонимизировали, поэтому мы вам не показывали ничего. В программе Whisper, опять же таки от OpenAI, это программа автоматического распознавания речи, мы распознали речь, и в Google Collaborate при помощи Python. И вот такие результаты мы получили. Мы разделили ошибки на критичные и некритичные. К критичным ошибкам мы отнесли, например, изменение имен числительных или замена какого-то понятия, изменение форм глагола. К некритичным ошибкам мы отнесли все, которые не входят в критичные. Ну, например, он написал неправильно какое-то лицо, например, глагола, либо же как-то
склонял существительное этапно, когда мы можем, в принципе, догадаться из всего текста, о чем идет речь. Так вот, из всего текста мы нашли всего лишь три ошибки. Возможно, это связано с качеством аудиозаписи, которую мы ему предложили. Вы видите, ну, то есть это в основном связано с числительными, либо он неправильно просто подобрал понятие. И в дальнейшем, сейчас идет у нас разработка этого чат-бота, мы хотим сравнить текст-эталон, который у нас есть в учебнике Линвиса, и переведенный текст, и написать семантическую близость этого текста. То есть насколько устно переведенный текст близок к тексту, который у нас есть в учебном пособии. Всем спасибо за внимание. Есть ли у нас вопросы к докладчику? Я задам. Что касается технологии AGAN, сейчас говорю совершенно не как преподаватель аудиовизуального перевода, а как человек. Этично ли? Этично ли то, что мы сейчас увидели? Потому что в каком-то смысле мы воруем identity. То есть мы понимаем, что мы можем использовать внешность и практически голос любого человека, который есть, да, у нас, условно говоря, материалы, из которых у нас есть. Коллеги, я не знаю, слышали ли вы про этот скандал, я не буду вспоминать, но этично ли это? Ну, как мы сейчас понимаем, конечно, это не этично. С одной стороны. Но сейчас весь искусственный интеллект, он, в принципе, не этичен. Даже если мы возьмем чат GPT, который пишет, мы можем ему написать, напиши мне, пожалуйста, статью. И он использует различные ресурсы, но он же не указывает авторов, например. И это не конфиденциально. Конечно, потому что у нас вот есть в открытом доступе статья, он нам написал чат GPT статью, но он не указал авторов. Откуда он взял этот отрывок? И вот здесь уже вопрос конфиденциальности. Так же, как мы видим образ, это тоже конфиденциально. То есть это принадлежит именно этому актеру. И как бы вот у нас, да, есть такая проблема в искусственном интеллекте, я не знаю, как с ним мы будем дальше. Я думаю, что здесь уникальные законодательные базы, это будет продолжаться. Да. Но, да, несколько скандалов очень громких, и, разумеется, сразу сойдет на нет, или будет ориентирован на какие-то законы. Это еще и осталось. Пока это, конечно, да, это не этично. По поводу технологии распознавания артикуляции, совсем нигде не было? Честно не могу сказать, вот... Хорошо, вот это. Игровая локализация последний день. Ну да. Есть ли у нас вопросы? Еще? Вопросов нет? А за симптом? Спасибо. Приглашается следующий докладчик. Именно Ольга Кирилловна. Тема существовала ли профессия частного детектива Сувенигой Англии и, соответственно, проголистированная сегмент исторических детективных романов. Для начала стоит сказать о том, что детективы давно заняли такое прочное место среди бестселлеров в литературе. Думаю, у каждого из вас есть на полке хоть один детективный роман. Однако в последние лет 10 больше популярность приобретают исторические детективные романы. В первую очередь это вызвано тем, что детективный роман как жанр, в принципе, достаточно однообразный и не повторяется одна и та же композиция. Происходит преступление, условно, мы находим труп, потом приходит какой-то детектив, он находит улики, выдвигает гипотезы, раскрывает преступление, все, предмет. Также однообразно то, что всегда присутствует пара ключевых персонажей, а именно детектив и его помощник, будь то Шерлок Холмс и Ватсон или любые другие известные вам персонажи, это всегда двое. И также достаточно однообразные локации. Это может быть либо большой страшный мегаполис, в котором происходит опасное преступление, либо это может быть на контрасте какой-нибудь маленький пригород, деревня, где произошло ужасное громкое преступление, все в шоке.
Соответственно, если мы посмотрим на первые два пункта, их мы никуда деть не можем, потому что если мы их уберем, это не будет уже детектив как таковой. Однако мы можем что-нибудь сделать с третьим пунктом, то есть превратить наше обстоятельство, наши локации в нечто другое. И одним из самых простых вариантов, как это сделать, это взять какую-то другую историческую эпоху. Будь то средневековая эпоха или Древняя Греция. Достаточно большое количество авторов этим занимаются. Например, это Умберто Эко, Артур Перес Риберто, Роберт Ван Гулик, Элис Питерс, Инси Дэвис и Джерри Вестерсон, на материале которой, работы которой мы как раз будем разводить работу. Также важно разделять исторический детектив на два поджанра. Первый – это псевдоисторический или ретро-детектив, который находится в антураже исторической эпохи какой-либо, но эта эпоха служит только фоном, и на самом деле никакой историчности он в себе не несет. То есть у нас условно средневековые имена, средневековая одежда героев, но разговаривают они на современном сценарии, например. И второй поджанр – это, собственно, исторический детективный роман, как, например, роман Джозефины Тей «Дочь времени», где исследуется исчезновение племянников Ричарда III. И отличие, собственно, исторического романа в том, что он соблюдает полностью историчность той эпохи. Он изображает ее, например, для того, чтобы, как делает это Джозефина Тей, переработать версию о том, что именно тогда случилось. И он делает это не просто «что если». Он рассматривает какие-то документы, какие-то известные факты. То есть он вот именно близок к истории. Основным критерием для разделения этих поджанров является, собственно, способ и цель изображения истории. И вот на примере Джозефин Тей мы можем увидеть это яркое различие, что она изображает историю именно для того, чтобы понять, что случилось. Не для того, чтобы просто как-то поменять обстоятельства и сделать нечто более необычное, чем это делают другие, а для того, чтобы именно разобраться. Итак, материалом нашего исследования, как я уже сказала, служит роман Джерри Уэстерсон, а именно «Spiritual Bones» — это один из 17 романов о приключениях Криспина Веста. Она, по собственным словам, вводит в этой серии свой собственный новый поджанр. Это не просто исторический детектив, это средневековый нуар. По формулировке самого автора, это смесь мрачноватого повествования, вдохновленного средневековьем, и такого типичного, круто замешанного детектива. Также она достаточно увлечена историей, потому что ее родители занимались этой сферой, они как раз были экспертами в средневековой Англии, и поэтому она воспитывалась уже в среде, погруженная в историю. Поэтому каждую свою книгу она сопровождает историческими справками, в которые она включает документы, как, например, она включает документ 1395 года для того, чтобы доказать, что ее персонаж Джон Райнер действительно существовал, и что это не просто выдуманный человек, что он действительно был, и что он действительно вел себя так, как она описывает. Также она включает заметки о персонажах, биографии известных людей, то есть она упоминает каких-то лордов, и она поясняет, что там лорд Глочестер — это такой-такой человек, в какие-то года он был такой-то, жил там. И также она включает туда глоссарий, где поясняет какие-то термины, которые могут быть непонятны современному читателю. Например, она поясняет какие-то даже термины, связанные с кухней, то есть у них были свои особые названия для специй. Например, у них было свое... свой способ измерения времени, не было литургии часов. И как раз с помощью литургии часов она рассматривает в своих глоссариях. Важно разобраться в понятии хронотопа, потому что именно понятие хронотопа позволит нам понять, какой перед нами детектив, исторический или псевдоисторический, соответственно, выбранному хронотопу именно. Хронотоп или художественное пространство и время – это единство пространственного временного параметра, который направлен на выражение какого-либо смысла, который автор хочет вложить в свое произведение. Это может быть как культурный, так и художественный смысл. Хронотоп делят на циклический, линейный, нелинейный и хронотоп вечности. Также выделяют конкретный абстрактный хронотоп. Конкретный хронотоп — это, например, как у Джерри Вестерсон, средневековый Лондон, какие-то конкретные года, какое-то конкретное время. Абстрактный же хронотоп — это хронотоп, который никак не связан с собственной историей. Он, ну,
вне реального мира, он никак не связан с тем, что у нас действительно происходило. В романе «Спифу Бонд», как я уже сказала, действие происходит в Средневековом Лондоне, и Бондом читатель современный может узнать по знакомому топониму. То есть здесь перечисляются некоторые районы Лондона, какие-то улицы, которые в нем существуют и по наш день. И, собственно, названия там особенно не менялись, поэтому можно увидеть, как, например, переулок Святого Мартина, он и сейчас переулок Святого Мартина, все еще находится в гостинице. Также автор приводит даты. Например, в романе «Фулбонс» в начале, в первой строчке идет пометка 1398 год. Однако сам детектив в романе исследует события 20-летней давности, то есть у нас затрагивается достаточно большой период, хотя сами действия происходят в конце 14 века. И также нам помогает погрузиться в хронопод упоминание известных исторических событий. В данной конкретной книге это, например, женитьба Ричарда II на Изабелле Валуа, которой всего 9 лет на тот момент. И, собственно, брак они заключили в 1396 году. И персонажи в своих диалогах упоминают это событие и рассуждают над тем, как это повлияло на короля. Дальше следует рассмотреть термины для обозначения профессии детектив. Основатель данного жанра Эдгар Аллан По никак не обозначал профессию своего героя. Он называл его либо «мой друг», либо по фамилии «Дюпен». Однако у нас, как мы видим, огромное количество терминов, которые мы можем обозначать эту профессию. Здесь у меня представлена их семантика, и для слов «детектив» и «private eye» словари дают одинаковое определение, а в случае с «хокшоу», «private agent» и «shameless» они ссылаются на слово «детектив», то есть формально, опять же, то же самое определение, но не именно как развернуто, а просто отсылают к другому слову. Несколько отличаются значения у других терминов. Выделяется термин «Шерлок», который появился от имени героя Конана Дойля, поскольку здесь у нас добавляется также, что этот человек должен демонстрировать значительную проницательность. Это не просто детектив, это человек с исключительными личностными качествами. У всех остальных терминов примерно одни и те же определения. Это человек, работа которого заключается в том, чтобы прийти, обнаружить какие-то факты, и либо рассказать преступление, либо просто получить эту информацию и найти какой-то пример. Также у нас есть другие термины. Отдельно выделяются термины «Operator» и «Pinkerton», поскольку они были определены сотрудниками агентства «Pinkerton». И, соответственно, они тоже отличаются по значению. «Operator» — это человек, который тайно работает на какую-то организацию, а «Pinkerton» — это нечто, относящееся к детективу, или сам детектив, особенно работающий в этом самом институте. И также отличается «Снупер», потому что это человек тот, кто втайне осматривает место. Он не просто проводит исследования, а именно втайне осматривает место, то есть нечто более скрытое. Также следует рассмотреть хронологию возникновения этих терминов, потому что мы пытаемся понять, подходят ли они хронотопу выбранному Джерри Вестерса. Раньше всех возникло слово «сюрф». Оно возникло из древнескандинавского в XIV веке и изначально обозначало «тропа». Позже оно в конце XIV века получило значение «ищейка», но именно в значении «собаки», не как сейчас называют полицейских, например, именно «собака». И потом, во второй половине XIX века, в результате метафорического переноса, оно уже оказалось связано с детективными фильмами, и именно их начало обозначать. Чуть позже, во второй половине XVI века, появилось слово «investigator». Оно произошло от латинского слова «investigator». И это означало того, кто ищет. Позже, в XIX веке, появился термин «гамшу», это слово из сленга, и оно отсылает нас к резиновым подошвам обуви сыщиков, потому что они, даже когда были одеты в штатское, а это слово обозначает именно детективы в штатском, они все равно ходили в специальной бесшумной обуви, что могло их как-то выдавать. Чуть позже, в 1756 году, появились слова «detective» и «private eye», они появились практически одновременно.
и сразу для обозначения людей, принадлежащих к этой профессии. То есть у них никакого переноса не существовало. Правило I появилось от сокращения PI, то есть Private Investigator, из-за созвучности слова глаз с гласной I. Дальше мы видим, что в 1879 году возникло сокращение tech, очевидно возникшее от слова detective. И это слово появилось впервые именно в воровском сленге, потому что им надо было как-то очень быстро передавать друг другу информацию, чтобы они друг друга понимали, и мы при этом не тратили много времени на отношение слова detective. Также в 1889 году появилось новое снутер, в 1908 году появилось очередное сокращение слова detective tick, а затем в 1916 появилось inquiry agent, а в 1920 году благодаря писателю Гарри Грузу появился термин shameless, это слово он позаимствовал из идиша, и оно буквально означало церковный служащий, однако он как бы придала новое значение, опубликовав одноименную книгу, как раз посвященную детективной работе и, собственно, детективу как таковому. И в 1930 году появилось слово «operative», которое, как я уже упоминала, появилось благодаря агентству Пинкертона. Оно с ним связано таким образом, что когда агенты Пинкертона говорили друг о друге или о сотрудниках агентства, они стремились не употреблять слово «detective». Поэтому они использовали оперейтинг. Дальше отдельно стоит сказать про наблюдательные. В 1866 году появилась, точнее, стала популярна для обозначения детектива фамилия Хокшоу, потому что это год публикации и установки пьесы Тома Тейлора, который главный герой детектив носил именно эту фамилию. Также уже упомянутый несколько раз фамилия Пинкертон, которая получила популярность в 1888 году. Она принадлежит основателю американского детективного агентства Алана Пинкертона и, собственно, популяризировалась вместе с ростом влияния этого агентства. В начале 20 века широко распространилось имя Шерлок для обозначения детектива, как раз для Конан-Дойла. Однако ни один из этих терминов, как мы можем увидеть из проведенного анализа, не подходит в полной мере для особнякового Лондона. Именно поэтому Джерри Вестерсон вводит авторский термин «трекер». И хотя это слово достаточно близко к ранним упомянутому, то есть оно обозначало охотника-следопыта, а трекер обозначает того, кто способен находить животных, людей по следам. То есть, опять же, следопыт. Однако, хотя слово «следопыт» мы могли бы считать, например, достаточно престижным в речи среднего англичанина из-за происхождения этого слова скандинавского, слово «трекер» также обладает французскими корнями. Оно происходит в конце 15 века от старофранцузского «чер», которое, опять же, не обладало прямым значением «сыщик» или «следопыт», оно также обозначало какую-либо тропу или следы. То есть, опять же, здесь автору приходится применять перенос метафорически для того, чтобы получить именно то значение, которое она хочет. Впервые это слово она применяет в первой же книге серии, она называется «Dial of Lies». И там у нее приводится диалог между персонажами, и первый обращается к главному герою, спрашивает у него про его репутацию, на что тот отвечает, что последние 4 года он, собственно, известен как трейдер. Итак, мы можем увидеть, что в ту эпоху, в эпоху, описанную Джерри Вестерсон, средневековый Лондон, 14 век, не существовало такой профессии, как детектив, не существовало детективного жанра как такового, не существовало слов для обозначения детектива. Соответственно, если автор описывает историческую действительность, так или иначе приходится вводить свои какие-то новые термины, используя либо метафорический перенос, либо какие-то другие способы, для того, чтобы хоть как-то обозначить персонажа, не нарушая при этом историческую действительность.
Все это также является доказательством того, что деление на два поджанра исторических детективов действительно необходимо. Мы должны рассматривать исторические и псевдоисторические детективы для того, чтобы понять, насколько соответствует хронотопу, выбранному автором, то, что он написал. И из проведенного анализа видно, что роман Джерри Лестерса «Спирикл Бум» скорее относится к псевдоисторическим. На этом все. Спасибо большое за внимание. Благодарим за интересное сообщение. Если у нас вопрос к докладчику. Может быть, не вопрос, а такая маленькая факта, когда вы говорили, я, знаете, про что вспомнила? Про авторство уже самой Елизаветы Петровны, когда она в 18 веке, ну, при своем правлении, она прикрыла и дала перевод слова «возвучиться». Это абсолютно авторство Елизаветы, и вот в связи с этим мы рассматривали вот эту лексемку как трека, да, вот это вот авторство Никоева. Человека хорошо бы, например, разных стран, так скажем, разных культур еще показать. Ну вот такая тенденция, да, авторство такого детектива была еще и здесь. Как наша страна на вариант? Ну, у меня просто больше фарс идет именно на Да, я вот опять-таки просто вспомнила. Нет, там авторство, и здесь авторство, понимаете? То есть там вот последние века, у нас 18 век. Но тем не менее, вот как бы мы могли бы возучиться. Каким словом взять это? Нет, я не для вас, а для всех, для нас. Тоже сижу, думаю, а как бы я бы перебила это возучиться? Мне хотелось спросить, у вас очень много слов, а есть ли какой-то план по систематизации найденных версий, да? Понятно, что вы выявили, да, а можете как систематизировать по какому-то признаку, вы одному, двум? Ну, у меня, я их, когда писала работу, я их систематизировала одновременно и по времени происхождения, и по значению. То есть, вот, на слайде, где у меня собирается семантика, у меня некоторые слова выделены в как бы группу. То есть, словари дают им абсолютно одинаковые определения, несмотря на то, что это разные слова. И также с точки зрения этимологии они опять же произошли большая часть из них в 19 веке, какие-то старше. То есть это именно у меня хронологическая. С точки зрения этимологии, происхождение тоже рассматривала, но здесь у меня именно хронологическая систематизация идет, поскольку большинство этих слов они обладают либо латинскими корнями. К сожалению, Полина Станиславовна Франкова на последний следующий докладчик, поэтому мы переходим к Мозгинковой Полине Алексеевне. Докладом приема выражения интерпретуальности в поэзии на примере стихотворения Лоуэлла «New Year's Day». Всем здравствуйте, меня зовут Мозгинкова Алексеевна. Сегодня я хотела поговорить о приемах выражения интерпретуальности в поэзии на примере стихотворения сборника Роберта Лоуэлла «New Year's Day». Отсылки, упоминания и обращение к другим текстам часто используются авторами различных национальностей, временного промежутка и принадлежности тому или иному стилю. То есть это уже давно известный способ выражения привязки одного текста к другому. Если вы можете посмотреть на официальное определение слова «интерпретуальность» — это основная текстопорождающая смысл образующая категория, предполагающая процесс диалогического взаимодействия текста в плане содержания и выражения, осуществимого как на уровне текстового целого, так и отдельных смысловых и формальных элементов.
Именно термин интертекстуальность был введен в 1967 году. Такая временная точка на жизненном пути интертекстуальности была не просто так. В эти годы стала еще больше развиваться массовая культура, массовая коммуникация, массовое образование, что способствовало развитию потребления отсылок в разных текстовых произведениях. И я подобрала такую картинку не случайно, это очень хорошо описывает способность распознать тот или иной текст в другом тексте, то есть текст в тексте. И интертекстуальные связи, собственно, предоставляют такую возможность рассмотреть конструкцию текста в тексте и текст по тексте. Далее я бы хотела обратиться к видам интертекстуальных выражений в художественной литературе. Первое — это интертекстуальность как соприсутствие в одном тексте двух или более текстов. Это конкретные отсылки в виде аллюзий, либо прямого цитирования, которое сегодня упоминалось, либо просто беспринципный бульяр. Второе — это паратекстуальность. Это у нас отношение текста и информации текста к своему заглавию, либо к эпиграфу, либо к послесловию. Третье — это метатекстуальность. Часто это отсылка на свой предтекст. И гипертекстуальность — это высмеивание или пародирование одного текста другим текстом, то есть последующим, и агиотекстуальность — это у нас жанровая связь текстов. Далее я бы хотела углубиться больше в библейские аллюзии, потому что исследование мое было проведено на примере Роберта сборника Роберта Лоула и конкретного произведения Библии. Он очень часто обращается там к Библии. И для начала аллюзия — это наиболее распространенное выражение интертекстуальности в литературной среде. Соответственно, существуют также библейские аллюзии, которые тоже очень популярны среди авторов всех народов. Вот, и конкретно Роберта Лоула. И специфика библейских аллюзий, то есть у нас аллюзия всегда к чему-то. В данном случае аллюзия к Библии, она намного сложнее, чем обычная аллюзия, так как библейская аллюзия может иметь отсылку к конкретному персонажу, если можно так выразиться, к конкретному сюжету библейскому, либо в целом к религиозности. И важной особенностью библейских аллюзий является то, что для того, чтобы ее употребить, автор должен быть уверен в том, что читатель поймет, к чему была произведена отсылка, и у него появится четкий и яркий ассоциативный ряд. И хоть библейские сюжеты, точнее их про их появление давно канула в лету, но они употребимы и по сей день. Далее я хочу сказать о том, что влияет на произведение библизма. Это первая степень известности, о чем я уже говорила. Для того, чтобы употреблять аллюзию, она должна быть узнаваема и иметь представление какое-то читателя. То есть она должна быть обусловлена известностью, либо небольшой известностью соответствующих религий, сюжетов и легенд, и образов, и, ну, если как можно, я уже говорила, выразиться персонажей. Второе — это совпадение или несовпадение сюжетных образов в религиозных культурах исходного и переводного языков, следовательно, и различных ассоциативных аллюзивных библизмов в исходных и переводных текстах. Третье — это их актуализация на различных контекстных уровнях, в частности, на уровне микротекста. И четвертое — это трансформированность, либо нетрансформированность в исходном тексте. Вот. Далее я бы хотела поговорить конкретно про произведения
New Jersey Lowell. Это одна из вот таких более известных частей сборника Lord Where's Hustle. Это стихотворение было написано в 1946 году, после того, как... Вообще сборник был написан после того, как Роберт Лоуэлл попался, можно сказать, в католичество. И, соответственно, у него вся его литература приобрела религиозный характер. И он очень часто использовал именно аллюзии к Библии, о которых я уже говорила ранее. Также стихотворение в этом сборнике он их описал как культ, то есть подготовленные и сложно устроенные произведения для читателей, то есть вряд ли обычный читатель может, ну, если он, конечно, обладает специальными знаниями, может прочитать данные произведения, так как они имеют очень много отсылок к Библии. И первое выражение, вы можете посмотреть на экране, и здесь говорится о том, что Роберт Лоуэлл использовал в качестве выражения интертекстуальности аллюзию ко второй заповеди «Возлюби ближнего своего как самого себя». То есть для начала ты должен был любить Бога, потом себя и потом своих ближних как самого себя. То есть, если мы вспомним то, что нам говорят при входе в самолет, маску сначала на себя, потом на самолет. Об этом также говорит Роберт Лоуэлл в своем произведении, но в данном случае он ставит отрицательную частицу на «кто». Возможно, потому что я делала анализы, возможно, потому что это связано с его плохими отношениями с отцом. И, возможно, он посчитал, что почему я должен быть своего отца, который плохо ко мне относится, так же, как самого себя. Так, далее. Вторая отсылка, и в частности, точнее, аллюзия к Библии, связана с сюжетом библейским сюжетом о том, как Иисус передавал свои ключи от рая апостолу Петру, основному своему ученику. Если вы знаете сюжет, ну, я не буду сказать, знаете, напомню, что перед тем, как Иисус был апостолом, он сказал своему самому любимому ученику Петру о том, что ты еще три раза отречешься от меня перед тем, как меня убьют. Вот. Он не поверил в это, и затем в действительности так произошло. И почему Иисус отдал свои ключи именно Петру? Потому что он сказал, что так как ты сам был грешный, и так как ты сам совершал ошибки, ты можешь распознать истинное раскаяние. Здесь Роберт Лоуэлл использует аллюзию, вот, например, прямая отсылка к Святому Петру, и он использует выражение «искривленный ключ». Возможно, я тоже делала анализ, возможно, потому что он не согласен с решением Иисуса отдать ключи именно к... Еще одна аллюзия к Библии – это про обрезание Господне. Здесь Роберт Лоуэлл обращается также к... Ну, он здесь не обращается к конкретно какому-то сюжету, он говорит в целом о том, что Иосиф держит ребенка, и из Библии мы точно не знаем, но как бы Иосиф, будучи отцом не в привычном нам смысле и не в привычном нам понимании, дал Иисусу имя. Вот здесь Роберт Лоуэлл конкретно обращается также к библейской истории. И последнее — это тоже отсылка к
Я бы сказала, это отсылка ко всей жизни Господа. Так как он говорит, что дитя в крови, рожденное в крови, Иисус на протяжении всей жизни был как бы в крови и умер в крови, то есть спасая нас таким образом, к чему Роберт Кукол также делал отсылку. И он использует repetition как свойство усиления именно того смысла, который я хотел донести до читателя. И в заключение хотела сказать, что Роберт Лоуэлл использовал диахронический подход, то есть экспериментально-исторический подход в лингвистике. И именно произведение English Day, в нем просматривается Библия, мы можем прочитать как бы текст сквозь текст, то есть явным или неявным образом нам об этом говорят, а поймем мы это или нет, это уже зависит от нас. Мне все, если у вас есть какие-то вопросы. Вопросы докладчика? После того, у вас не понимает нового рождения. Да. Буквально еще выпускали немножко там поярче приемы. Приемы входят аллюзии, о которых я сегодня очень много говорила. Также цитирование, о котором мы говорили до меня. Существует несколько видов приемов интертекстуальности, но так как я рассматриваю именно на данном произведении, у меня в данном произведении Роберт Лоуэлл основным его средством выражения интертекстуальности является именно аллюзия. А то есть мотивов и образов вы не рассматриваете или не нашли там? Его не используют? Мотивов и образов применению аллюзии? Да, аллюзия. То есть не библейский сюжет, а библейский мотив и библейский образ. Ну, я уже говорила, что он подался в католичество, и после этого он начал писать в религиозном ключе. И это стало, я думаю, мотивом для того, чтобы он использовал аллюзии именно к Библии. Мотив это тоже средство интеллектуальности. А, мотив. Извините. У меня такой вопрос. Почему так важно изучать интертекстуальность на примере библейских аллюзий в 2023 году? Уже почти четвертом. Так как некоторые из нас, я не знаю, большинство большинство, все-таки люди верующие, и они могут ярче раскрыть те или иные интертекстуальные выражения посредством того произведения, в котором они могут разобраться, потому что они знают, о чем идет речь, и более ярче это раскрыть. Да. И последнее. Роберт Лоуэлл, я могу сказать, он у вас стал лингвистом, я прошу прощения. Да, извините, это тогда мой вопрос. Он у вас стал лингвистом, который применил, если сейчас память не изменяет, диахронический подход. Вы можете вернуться на последний слайд, мы начали сегодня. Который использовал Роберт Лоуэлл в своем произведении. Скорее бы использовали его при анализе, да, наверное. А вдруг, конечно, не нет. Физиологическим взглядом, пожалуйста, проверяйте рассказать. Есть ли у нас вопросы? Нет? Мы благодарим за столь необычный 2023 году доклад. И завершает второй день нашей конференции Мадонна Полина Андреевна с докладом «Алгоритмы выявления ключевых слов, добавки в плейсе методов».
Здравствуйте, у меня более, скажем так, приземленная земная тема на сегодняшний доклад. И первое, что я бы хотела упомянуть, это тот факт, что проблема выявления ключевых слов, она абсолютно не нова. Она существует уже несколько десятилетий. Ключевые слова – это термин, впервые был введен аж в 1964 году, и с тех пор перед лингвистами стоит задача, как бы наиболее эффективно и наиболее четко выделять ключевые слова. Наша работа посвящена SEO-анализу. Это такой метод исследования текста и его проверка на соответствие требованиям поисковых систем. И, как правило, оценка с точки зрения читаемости. SEO-анализ был придуман не одним конкретным человеком. Назвать автором этой идеи кого-то конкретного нельзя, но я бы хотела упомянуть имя Дэна Сулливана, который в конце 90-х годов исследовал и придумывал способы для оптимизации сайтов в поисковой выдаче. Собственно, с него и началось современное понимание метода SEO-анализа. Кто еще развивал SEO-анализ? Это большая американская компания Semrush, которая существует и по сей день, и которая в основном специализируется на аудите всего параметров какой-либо компании, коммерческих текстов и рекламы. Еще трудно не упомянуть Google, потому что Google придумал автоматические системы ранжирования страниц в интернете. То есть, когда интернет только зарождался и начинался, страницы в нем были расположены хаотично. А Google придумал такой способ, который помогает эти страницы выстраивать в определенном порядке в зависимости от их популярности и таких параметров. Почему наша работа актуальна? Актуальность работы заключается в том, что ранее не проводилось исследование, где выделялись бы ключевые слова методом SEO-анализа, применяя три разных подхода, это статистический, лингвистический и метод машинного обучения, на примере коммерческих текстов. Как родилась гипотеза этого исследования? После прочтения диссертации Дарьи Алексеевны Гаврилек, которая называлась «Экспериментальное исследование методов автоматического выделения ключевых выражений в высокоязычных текстах», родилась наша гипотеза, которая состоит в том, что в коммерческих текстах на маркетплейсе ключевые слова распределены внутри самого текста абсолютно равномерно. И более важным показателем для этих текстов будет их наполненность ключевыми выражениями и частота использования этих самых ключевых выражений. В упомянутой мной диссертации автор выдвигает гипотезу о том, что ключевые слова внутри научных, художественных и публицистических текстов располагаются следующим образом. Они концентрируются в начале и в середине и конце практически не бывает. И, собственно, эта гипотеза была доказана. И учитывая то, что мы работаем с коммерческими текстами, мне стало интересно, а как же расположены ключевые слова в них? Какие цели работы? Первая важная цель – это разработать алгоритм выделения ключевых выражений из коммерческого текста, потому что этот алгоритм явно будет отличаться от алгоритма для художественных и публицистических текстов. И экспериментальным путем определить местоположение наших ключевых выражений относительно всего текста, сравнивая ручной метод выделения ключевых выражений и автоматизированный. Для решения этих целей нам нужно было решить следующие задачи. Первостепенно было провести отбор методов автоматического выделения ключевых выражений для проведения исследования, подготовить лингвистические данные, то есть собрать корпус коммерческих текстов, разработать процедуру сравнения ручного метода и автоматизированных методов, автоматически извлечь ключевые выражения из текста, затем вручную извлечь эти самые выражения из текста, разработать и провести процедуру оценки результатов нашего исследования, сравнить данные и проанализировать результаты
То есть определить местоположение ключевых выражений относительно текста. На каком материале проводилось исследование? Был собран корпус русскоязычных текстов. Собрался он на платформе Озон. Озон — это marketplace, то есть виртуальная платформа, где продавцы могут размещать свои товары, а покупатели заказывать их с доставкой от Озона. Этот корпус был разделен на три подкорпуса в зависимости от категории товаров. Было взято три категории. Это медицинские товары, потому что в медицинских товарах присутствует очень специфическая лексика, связанная с медициной. Пищевые добавки, потому что это одна из самых быстро растущих категорий товаров на Озоне. Они становятся очень популярными на волне популярности заботы о себе, заботы о своем здоровье. И травяные сборы. По той же причине, что и медицинские товары, потому что для травяных сборов используется специфическая лексика названия там, компонентов и составов. Объектом исследования являются тексты и описания товаров на платформе Озон, а предметом ключевые слова, которые заключены в этих текстах. Хотела бы остановиться, как в принципе это выглядит на Озоне и почему для Озона важны ключевые слова. Я взяла скриншоты из личного кабинета продавца на Озоне. Есть поле аннотации, это описание товара, и отдельным полем являются ключевые слова. Зачем, в принципе, в интернет-торговле нужен такой лингвистический термин? Ключевые слова используются для продвижения товаров на Озоне. Алгоритмы Озона умеют статистически выделять из аннотаций ключевые слова, и они могут рассматривать частотность использования каких-то конкретных ключевых выражений, наполненность ими текста, и они считают еще некоторые другие характеристики. И недавно они еще специально вынесли ключевые слова в отдельный окон. Почему был взят именно Озон, а не другой marketplace, Wildberries или Яндекс.Маркет? Потому что Озон сейчас считается наиболее развитым в том плане, что он предлагает наиболее широкую аналитику для продавцов. То есть Озон сейчас ведущий в плане вот такого продвижения с помощью ключевых слов. Ну и переходим к алгоритмам, которые могут, в принципе, использоваться для извлечения ключевых слов. Сейчас будут приведены три алгоритма, которые являются автоматизированными. Они прописываются на языке Python методами компьютерной лингвистики. Первый алгоритм, который я хочу упомянуть, это Webinar Keyword Extractor, или в простонародье EA, который основан на подсчете весов каждого отдельного термина. Его плюсы приведены на слайде. Первое — это тот факт, что он работает без учителя, то есть его не нужно предобучать, как, например, нейросети или другие информационные модели. Он извлекает статистические характеристики текста и не требует какого-то вот своего личного обучающего корпуса. Он не зависит от корпуса, то есть объем здесь абсолютно не важен. Это может быть как какое-то очень маленькое описание на 300 символов, так и гигантское на 10 тысяч. Еще его огромный плюс в том, что он поддерживает и русский интерфейс, и другие языки, то есть у нас нет привязки к английскому языку. И в самом экстракторе есть внутренний список стоп-слов, которые игнорируются при извлечении ключевых выражений. Что такое стоп-слова? Стоп-слова — это наиболее частотно употребляемые слова, но которые не несут ярко окрашенного семантического смысла. Это все предлоги, союзы и прочие, можно сказать, мусор для ключевых выражений. Следующий метод, он немножко сложнее, и он основан на предположении, что ключевые элементы чаще всего состоят не из одного слова, а из нескольких, но между ними не стоит никаких знаков препинания, кроме кавычек и дефисов. И изначально он был предназначен для английских текстов, но сейчас научились работать с ним и на русском языке.
И самый эффективный метод среди предложенных автоматических методов – это алгоритм Гида. Он был придуман одним из разработчиков Google и размещен на гугловской платформе. Он реализуется в нескольких этапах. Сначала программа с помощью специального кода и команд создает, скажем так, кандидаты в ключевые выражения. Потом подключаются специальные библиотеки функций, опять же с помощью кода. И модель сама выбирает наиболее релевантные, то есть наиболее подходящие ключевые выражения для конкретного текста. И как мы оценивали, какой метод будет наиболее эффективным? Во-первых, хочется отметить, что метод сборки ключевых слов вручную имеет свои огромные недостатки, хотя бы потому, что там присутствуют человеческие факторы. Люди с точки зрения психолингвистики склонны к обобщению, к подбору синонимов, и очень часто случается так, что выделяя ключевые слова вручную, человек придумывает какое-то ключевое слово, которого даже нет в тексте. Вот. Поэтому ручной метод был сразу же отметен как самый эффективный. И далее сравнивались вот такие приведенные автоматизированные. По какому принципу? Был составлен опросник, где был предложен такой небольшой фрагмент описания товара, и респондентам было предложено самостоятельно, вручную выделить ключевые слова, которые, как им кажется, наиболее подходят к фрагменту текста. Вот на первой табличке видно, мы посчитали количество совпадений ключевых выражений, которые выделялись вручную и автоматически. Наиболее эффективным и наиболее совпадающим методом стал Хидер. Потому что, несмотря на то, что ручной метод не может быть лингвистически точен, но зато он точно выражает, о чем именно думают люди. То есть автоматизированный метод имеет склонность к чрезмерной формализации. И в итоге у нас будут индексироваться и искаться те запросы, о которых думают люди. Поэтому ручной метод здесь считается вспомогательным. И чтобы доказать или опровергнуть нашу гипотезу, мы посчитали такой специальный показатель IPM. Это показатель из, как правило, из частотных словарей, это относительная частота встречаемости того или иного слова. Он считается очень просто. Количество употреблений слова нужно умножить на 1 миллион и разделить на количество слов в корпусе. Что мы сделали? Мы каждое описание товара разделили на 3 абсолютно равных по количеству слов фрагментов. И посчитали для каждого из фрагментов этот показатель. И выяснилось, что для каждого из фрагментов этот показатель отличался очень незначительно. Соответственно, мы доказали гипотезу, что ключевые слова расположены внутри коммерческого текста абсолютно равномерно. Я больше не буду занимать его. Спасибо большое за доклад. Прекрасный финальный год второго дня нашей конференции. Есть ли у нас вопросы для пальчиков? Иван Викторович ушел. Есть я, Полина. Меня один вопрос. Полезный или доказательный? Там не было опровергнуть, не в тексте речи. Чтобы доказательно опровергнуть нашу гипотезу, я, скорее всего, просто оговорился. Гипотезу мы совершенно точно доказали, потому что вот практическое применение вашего исследования. Практическое применение моего исследования просто огромное. Возможно, не для лингвистики, как не для фундаментальной точки, но для маркетинга и несчастных менеджеров, которые работают на Озоне, ничего лингвистики не понимают, потому что все равно надо продвигать товар. Вот
Вот для них это будет просто бесценно, потому что я знаю, как эти люди пытаются этим заниматься, они вручную сидят и придумывают эти ключевые слова, а потом не понимают, почему их товар не продается. Спасибо. Если вопросов больше нет, то у меня есть вопрос, позвольте. Скажите, пожалуйста, я не совсем несколько поняла, как соотносится у вас понятие ключевое слово и ключевое выражение? Очень легко. Ключевое слово – это ключевое слово, ключевое выражение отличается лишь тем, что ключевое слово – это какое-то одно слово, а ключевое выражение состоит из нескольких слов. Ну, условно, если мы продаем присадки в двигателе, то ключевым словом для этого товара будет просто присадка, а ключевым выражением – присадка в двигателе. Я просто, опять же, осталось уже завершение конференции. Где-то вы это вот проговорили, где-то вы это произнесли. Это вот где-то очень четко будет произнесено в шансе. Да, вот, потому что иначе сложилось впечатление перескакивания заголовки включения слова, начинается включение слова, потом в середине включение выражения, а нет появилось это основание. Потом опять вернулось к включению слова. Держать вот этой фурии, если вы знаете. В дополнение к этому замечанию хочется сказать, что вы считали количество слов, выбирали одинаковое, да, одинаковое по размеру описания товара, насколько я помню. Так вот, смотрите, что если вы ищете ключевые слова, то это были слова, а если выражение, то выражение. Иначе количественный показатель в текстах одинакового размера будет просто неудачным, да, потому что в одном случае у вас два слова, которые принимаются за одно ключевое выражение, а во втором случае у вас одно слово, которое принимается за одно ключевое слово. Да. Это что есть слово, что есть выражение. Да, да, да. Спасибо большое. На этом второй день нашей конференции завершен. Конференция подошла. Спасибо всем, кто принял, как я. Было интересно.